Ну и еще одна новость, связанная с футболом. На стадионе в Тулузе задержали главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина. Информацию уже подтвердили в нашей депмиссии. Я напомню, что в понедельник днем вступил в силу запрет на нахождение Шпрыгина на французской территории. Его и еще 19 российских болельщиков депортировали в Россию. Во Внуково он дал интервью, сказал, что в принципе может и вернуться во Францию, и вернулся. Сходил на матч против Уэльса, написал в Твиттере об этом, его вычислили, и вот взяли под стражу. И уже завтра, скорее всего, Шпрыгин прилетит в Россию. Ну, и так, наверное, бы прилетел.